Вот, удачи. Когда газель останавливается, быстро подбегаете с оружием. Дверь открываете. Руки за голову, всем лежать, вы потом хватаете. Там орете громко, понятно? Из машины, прям схватили, да, вытащили, выкинули, прям руки заломали. Руки умеете заломать? Так точно. Вот, руки заломали и тащите их, понятно, вон туда, к лагерю. Понятно всем? А если они сопротивляться будут, можно бить? Конечно. Ого, шикарно. Смотри, там веревку, руки связали. Веревку сейчас будет. Там ты еще должен с Богданом чуть повоевать. Не сразу. Не сразу захват, там небольшая война будет холостяком. Я вам дам команду, понятно? Так точно. Так, все остальные. Пошел. Давайте на дорогу сразу. Слышишь? Давай здесь одного замаскируем. Прям здесь? Да, детками закидаем. Он едет по моей команде. Давай длинного. И травой сверху надо будет прикрыть. Любому. Туда. Что за? Ну пошли, не раз, два. Вот и я. Это команда для четверых, которые будут захватывать. Два с одной стороны, два с другой стороны. Потом я говорю, пошел. После этого следующие, которые садятся в машину. Всем понятно? И те, которые машину прикрывают, вместе выходим. Два слева, два справа, один в кузов. А я с большим должен выбегать по бокам, мы садимся, когда четыре работают. Вы четвером прикрываете, газель идет. Понятно, да, газель идет. Да, я буду прикрывать. Расходимся, прячемся все. Есть. Аллах примет меня! Ёбая, чё муж так дает? Товарищ Жанат, он живой еще. Товарищ Жанат, живой. Прикладывай! Вот теперь точно убил. Все! А чё ты на крыше-то делал? А я, короче, думаю, сейчас под газель. Потом подумал, белые штаны, думаю, сейчас испачкаюсь, полезу, думаю, на крышу.